Вот мы сюда опять приехали, в это местное, это на Луначарского. Тут на Герцена точнее. Тут очень много кошек просто. И собаки здесь есть. Здесь военный госпиталь. На военном госпитале собаки есть. И кошек тут очень много. Ну тут, я знаю, просто женщина прикармливает. И, соответственно, из-за этого их они и разводятся, к сожалению. Ну, котята, которые были, всех разобрали. Нет, котят. Одного мои знакомые забрали без меня. Вот. Котят, слава богу, разобрали. Моя хорошая Снежка. Это Белоснежка, это Ромашка, это Тишка. Ну, они не сильно голодают. Все, скажи, я уже поела и ушла. До свидания. А это вообще ручная. Я зимой как-то ее котят показывала. Очень красивые у нее котята были. А Тишка тоже красивый. Но он, его уже забрали, вот он в ошейнике. Он уже не... Ну, раньше уличный, а уже не уличный. Он уже в ошейнике. И он просто самовыгули. Тима, я плюшка. Давай поглажу. Ой. Айтик. Она очень игривая. Ой, какая. Иди сюда. Скажи, я тоже ласковый. Ой, какие хорошие кошечки встретили. Ну, не очень тут его этот выглядит, потому что тут вроде не очень хорошие живут. Но ты съела уже 3 пакета. Ой, скажи, и что? Скажи, что я съела. Будешь вот так вот? Да. Ой, ты как барсук. Я вот с упаковки. А та таки не пришла поесть. Мне кажется, та домашняя. Очень чистая она.